На ремонте вот такая плетеница. Производитель неизвестен. Как-то вот здесь есть какая-то, была какая-то надпись. Не знаю. Значит, пришла с диагнозом не работает. Но как-то не работает она условно. Потому что я вот пошевелил. Сейчас горячий. Значит, действительно не работал. Но я туда-сюда пошевелил контакт, и он включился. И сейчас пшикает. Заработал. Сильно нельзя нагревать. Дымить начал. Без масла работать нехорошо. Значит, проблема. Значит, ТЭН рабочий. Значит, проблема вот здесь. Или здесь, или здесь. Ну, скорее всего, в самом терморегуляторе. Сейчас я слышу, что срабатывает датчик температуры. Ну, клацает на вот на 70 градусах. На вот этот датчик температуры, значит, тоже срабатывает. Видимо, нет контакта. Вот здесь замаслился или еще что-то. Значит, мы его должны разобрать, снять и почистить контакт. Я думаю, что этим все закончится. Пока сюда можно, например, воды налить, чтобы тены не были без ничего, и включать. Как он разбирается, вот здесь можно откручивать винты. Сейчас подкручиваю здесь винты, вот эти все, и сниму, располовиню вот эту коробку для того, чтобы добраться до терморегулятора. Итак, я открутил эту крышку, доступ к терморегулятору есть. Теперь его нужно вот здесь открутить и вытащим сюда наружу для того, чтобы осмотреть, что можно с ним сделать. Итак, здесь у нас три контакта. Один контакт в терморегуляторе. После него идет контакт в таймере. После и нет, не после него, а и еще один контакт. Вот в этом переключателе, это переключатель, который замыкается, когда устанавливается ТЭН на фритюрницу. То есть вот когда вот в таком состоянии, в снятом, он не включится, потому что не нажмется кнопка. Вот это как бы кнопка. А если вы вставляете, это разъемный, он, если вставляете, замыкается этот контакт, и тогда он включается. То есть суть в том, что вот здесь тоже, вот здесь тоже есть контакт, он срабатывает при нажимании. Все из них нужно проверить, и в каком-то из них есть проблема. Сейчас будем думать, как их вскрывать, потому что все закрыто. Но самый жирный, ну тут в принципе особенного жира нет, но видно, где-то подгорел. Итак, смотрите, вот я поставил тестер, показывает 0,05. Если я, допустим, вот здесь нажимаю, если я нажимаю здесь, ну, меряю, и вот он должен в нажатом состоянии 0,03. Контакт на таймере. Сейчас. Так, еще раз. Контакт на таймере. Да?
вот здесь контакт на терморегуляторе. Допустим, я выключен, включен. Меряю сейчас 0,4. До этого я мерил было 100 Ом. Поэтому специально хотел вам показать, а он уже показывает нормальное сопротивление. До этого был 100 Ом. Ну, получается, что я подозреваю, что здесь есть проблема с контактом. Я сейчас попытаюсь разобрать. Значит, откручиваю вот эти контакты. Сначала провода, контакты. И потом здесь разбираю керамику. Наверное, вот эти два винта откручиваются. И доберусь до контактов и буду и почищу контакты. Итак, я просто открутил контакты. Вот эти вот сами контакты держателя не открутил, а вот эти два винта открутил и, собственно, получаю доступ к контакту. Сейчас я вот этот контакт, который там в середине, почищу над филечком и все. И думаю, что на этом фритюрница будет исправна. Нужно будет попробовать еще несколько раз. Вот здесь вот, как видите, есть контакт. Сейчас попытаюсь туда пилочкой для ногтей подчистить. Или откручу вот здесь винт. На свет. Вот здесь винт прикручивает этот контакт. Откручу, зачищу и поставлю назад. Вот именно этот. Значит, специально увеличил, чтобы показать, в каком состоянии контакты. Немного подгорели. Поэтому сейчас вот я его открутил отсюда. И он так приподнялся. Ну вот сейчас я немного, а это второй, вот так подчищу, и будет с ним все в порядке. Почищу просто над фильком пилочкой для ногтей женской. Ну что же, вот я налил воды, включается и шипит, как видите, да, выключается. Вот это просто питание, я так понимаю. Когда включается ТЭН, загорается красное. Сейчас загорит только зеленое. Оп, загорелось красное. И начинает вода шипеть. Я специально воды налил, чтобы было видно. Выключаю. Она и быстрее остуживает. Ну и чтоб не было запаха масла. По сути дела, вот, пожалуйста, сейчас еще потренируюсь, чтобы действительно все время включался, чтобы не было ложных срабатываний. Ну и значит, вот отремонтировано. Итак, я разобрал, снял керамическую основу, где есть контакт терморегулятора, пилочкой чуть-чуть, буквально, там посеребренный контакт, кстати, хороший, поэтому, если вы купите новый, допустим, а давайте поменяем, вы купите китайский с медными контактами, тут серебряные контакты, поэтому, если вы почистите родной, будет намного лучше. Ну вот, чем, давайте поставим новый, и будет совсем все хорошо. Не будет, если там медный контакт. Поэтому повторяйте, думаю, что вот таким образом можно решить в домашних условиях, а это даже с кафешки, вам вот на такой будут готовить картофель фри. Подписывайтесь на канал, увидимся на канале, всего доброго.